Всем привет! Сегодня я представляю вам среднетоннажный грузовик 2015 года выпуска. Это ГАЗ-3310-61 Валдай Супер В40. Стоимость данного грузовика составляет 1 400 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Автоимперия за предоставление данного грузовика на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера данного грузовика. Также мы заведем двигатель и послушаем его звучание. Вот такие ключи. Давайте начнем. Соответственно, открываете и закрываете дверь с ключа. Тканевый салон. Подножки. Здесь установлен двухспицевый руль. Есть гидроусилитель. Рулевая колонка. Имеет механические регулировки и регулируется по высоте. Вот таким образом, как видите. Кстати, двигатель здесь дизельный, Cummins. Синяя циферблата. Очень легкий руль, гудок, вот здесь он находится. Сейчас давайте включим фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар, а также, как обычно, аварийную сигнализацию. Здесь механические регулировки у зеркал, и при этом они огромные, в сезон хорошо просматриваются. Механические регулировки у стекол. Сейчас опустим до конца. Опускаются. Кстати, очень долго их поднимать надо, очень долго нужно крутить. Как видите, чтобы до конца закрыть. Очень приятная зеленая подсветка, приятно все считывать. Сейчас я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого грузовика. Чтобы открыть капот, рычаг находится вот здесь. Здесь установлен обтекатель. Кстати, вот сюда еще устанавливают дополнительные баки. Вот этот бак, насколько я помню, на 100 литров. Двускатные колеса. Запаска. Подсветка номерных знаков.
здесь 17 дюймов, а точнее 17,5. Размер шин 215 на 75. Здесь установлены галогеновые фары. Что касается технической составляющей, то здесь установлен дизельный двигатель с турбонаддувом Common Rail фирмы Bosch, рядная четверка, 16-клапанный, система зажигания микропроцессорная, в соответствии с экологическим требованиям Евро-4. Расположение двигателя переднее продольное. Двигатель объем 3,8, мощность 152 лошадиные силы, крутящий момент 490 ньютон-метров. Максимальная скорость данного грузовика составляет 110 км в час. Расход топлива в городском цикле это 15,5 на 100 км, в загородном цикле 10,3. Привод задний. Дорожный просвет 177 мм. Тип передней подвески зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Тип задней подвески также зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Тормозная система, передние и задние тормозные механизмы дисковые, привод пневматический, двухконтурный, с АБС, сцепление однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом. Снаряжная масса данного грузовика составляет 3610 кг, полная масса 7400 кг. Габаритные размеры по кабине, длина 8680 мм, ширина 2645 мм, высота 2260 мм, грузоподъемность 3780 кг. Сборка данной модели осуществляется в Нижнем Новгороде. Гарантия на данный грузовик 2 года или 80 тысяч км пробега. Межсервисный интервал 15 тысяч км. Кстати, это какой-то гул стоит от КамАЗа. Теперь
детально рассмотрев экстерьер этого грузовика, давайте перейдем к самой интересной части, к интерьеру. Водительское сиденье, механические регулировки, спинка, продольные регулировки, регулируемые подголовники, ремни безопасности, также вешалки и крючки. Здесь находятся предохранители, как видите, регулирование угла наклона фар. Теперь самое интересное, как звучит дизель. Светом, поворотниками, гудок, управление стеклоочистителями, также круиз-контроль. Видите, задаете скорость. В отделке применяется двухцветный пластик, твердый. Здесь вещевой отсек, предохранители. Здесь установлен пусковой обогреватель Webasto, руководство по эксплуатации. Он, кстати, программируемый. Здесь он находится. Соответственно, здесь также управление круиз-контролем, ABS. Различные зоны, здесь печка, регулировка потока воздуха, температура, как видите, розетка, пепельница, пятиступенчатая механика, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Еще раз. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, сзади. Здесь ручник. Подсветка салона, и здесь она еще регулируется, видите, вы можете направить этот пучок света в нужное место,
здесь козырьки. В принципе, я считаю, что у этого грузовика отличная обзорность, высокая посадка, просторная кабина. Сейчас давайте заглушим двигатель. Возьмем ключи и переместимся на пассажирское место. Кстати, что заметил, вот эти сиденья намного мягче, чем сиденье водителя. Здесь у нас бардачок, очень вместительный. Аудиоподготовка, насколько я помню. Два динамика идет. Нет, четыре динамика. Здесь заглушка для аудиосистемы. И провода стоят, нужно только установить. В целом, я считаю, что это неплохой среднетоннажный грузовичок с удлиненной базой. Сейчас, кстати, давайте как раз откроем распашные ворота. Здесь у нас где-то были инструменты, сейчас их, наверное, уже переложили. Инструменты, в общем, домкрат. Здесь тоже вещевой отсек стоит. Вот такой салон. Здесь, кстати, и боковая загрузка справа, справа только, и сверху можно грузить. Распашные ворота. Здесь они фиксируются также сверху. Защелки. Сорок кубов. Это все тоже снимается для боковой погрузки. И наверху, как видите, это все на роликах. Это как шторка все сдвигается для погрузки, соответственно. Груз. Вот так это все выглядит. На этом обзор ГАЗ-3310-61 Валдай Супер В40 2015 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя. Всем хорошего настроения. И увидимся в следующий раз.